Ми починаємо прес-конференцію. Участь в ній приймає гравець БК «Прометей» Денис Лукашов. Денис, будь ласка, прокоментуйте сьогоднішню гру. Ну, ми дуже розстроєні цим пораженням. Хочеться поздравити «Київбаскет» за те, що вони дуже умно підготувалися до цієї гри. Як мені здається, що ми зробили велику помилку. Ще в п'ятницю, коли недооцінили Тернополь, коли першу четверть ми зробили хороший запас, і потім десь розслабились, в итоге це все вийшло 40 хвилин мучення, в отличие від «Київбаски», які 15-20 хвилин відпрацювали з Запорожжем, зберігали сили на сьогодні, і з першої секунди вони почали агресивно грати. В отличие від нас, ми потратили дуже багато сил з Тернополем, можна сказати, затащили в кінцівку і виграли. Ні морально, ні фізичне удовольствие ми не отримали від цього, тільки наоборот. Сьогодні вони були свіжіші, і можна сказати, я не можу сказати, що у них була якась суперзащита. Вони просто зіграли умно. Вони розрушили наше нападіння примітивним динамом, збили наш ритм і були агресивні на кожному участку площадки. Все це виявилось проігранний підбор і складності. Еще раз я должен их поздравить, они сегодня были лучше, они сегодня играли умнее. А нам нужно делать выводы, что в чемпионате нет слабых соперников, сильных соперников. Просто цена вот недооценки в пятницу вылилась в поражение прямому конкуренту сегодня. Ну, мы будем работать. Обидно, просто мы долго готовились к этому всему, и сегодня поражение. Еще раз «Київбаскет» с победой, полностью заслуженная победа. Денис, а насколько тяжело вот психологически играется против равных по классу команд, но которые все время так в счете ведут. Вы подбираетесь, но потом соперник опять, скажем так, убегает вперед. Я не могу сказать, что сильно сложность была. Была, мне кажется, просто они были свежее. Они знали, что нужно агрессивно действовать с первой секунды, потому что, я еще раз повторяюсь, мы очень много потратили сил с Тернополем. Мы отработали одну четверть, потом где-то расслабились, Тернополь отбросил нас на 7 мячей, я уже не помню. И мы всю игру мучились, мы тратили очень много сил вместо того, чтобы, как в предыдущих играх, распределить игровое время, чтобы каждый игрок почувствовал ритм, каждый игрок почувствовал мяч, уверенность какую-то. Вместо этого мы мучились, отдавали очень много сил в нападении, в защите. Можно было это все сделать малой кровью, как мы, к чему мы шли, как мы работали. И на пике, наверное, подойти к «Київбаскету». Но этого не произошло. Мы сегодня просто были уставшие. А они знали, что они провели хорошую игру в Запорожье на подъеме, сегодня агрессивно действовали все 40 минут. Это же не было с первой секунды, там, во второй половине прекратили. Нет, они до последней минуты не агрессивно. Посмотри, как они защищались, как они нападали. Они все были агрессивны максимально. Они знали, что мы очень много потратили сил. Вот, в принципе, отсюда вся игра. Спасибо. Ну, давайте, наверное, так, что первое, что проигрыш, он всегда очень огорчительный, но в каждом проигрыше и даже в каждом выигрыше, как я уже говорил, что нужно искать то, что нужно для развития дальнейшего улучшения команды игры или командные взаимодействия. Сегодня мы очень плохо отыграли в отрезках, когда в первой половине дали, потеряли мячи, и опытная команда Киева воспользовалась большей частью наших промахов, наших ошибок. 15 очков на наших ошибках это достаточно много. Это очень много. И второй момент – это то, что мы проиграли второй шанс, когда игроки Киева атаковали, и вроде мы уже справлялись с атакой, помешали атаке, но подбор и второй шанс мы не сумели отстоять, наверное, так. Если по потерям мы во второй половине не дали им воспользоваться нашими ошибками, и вообще наши ошибки доходят до уровня того, что и требуется, 10 ошибок, то второй шанс у нас продолжался, использование Киевом второго шанса и забитые очки после второго шанса, они продолжались с такой же периодичностью идти и забивать наше кольцо.
Чем это связано? Ну, прежде всего, что эмоции, в порыве эмоций можно все потерять, но есть, наверное, такое понятие, как tough game, игра, наверное, такой в контакте, не дать возможность никому ничто выиграть или забрать у тебя мяч. И вот в некоторых моментах мы не дорабатывали до конца. Если эпизод первый мы справляемся, то выключаемся или теряем фокус, и вот это второй шанс у нас не получался. Вот за счет вот этих тонкостей опытные команды будут наказывать нас, и я бы хотел, чтобы мы точно так же наказывали наших соперников. Может быть так, для болельщиков игра была очень такая эмоциональная, как и прошлая игра, интересная. Для тренеров она такая больше, много вопросов и много, опять же, себе оставляешь то, что нужно еще больше дорабатывать и больше требовать от своих подопечных. Проиграли 3/4 из 4 дома. Это очень плохо. Очень плохо. Ну и сам проигрыш, он так неуступчивому и сопернику, которого по большому счету, как мы говорили, что он неудобный. Но традицию надо вроде как, наверное, менять. Предсезонном турнире здесь мы выиграли, в тяжелой игре выиграли. Дальше ряд событий, которые помешали, наверное, так нам готовиться в дальнейшем в более качественном режиме. Но работа продолжается, и достаточно у нас возможностей для того, чтобы исправить наши ошибки. Конечно, времени не так много до следующей игры и в дальнейшем, но работа, она не останавливается. И требования, они также и будут еще увеличены каждому игроку, в целом команде и игрокам по отдельности. Наверное, напоследок хочу сказать так, что каждый делает ошибки, каждый ошибается, проигрывает, но не ступается тот, кто лежит на диване. И в нашей ситуации то, что у нас происходит дальше, это работа, кропотливая работа, в которой мы должны исправлять свои ошибки, идти дальше, идти выше и стараться добиваться победы в каждой игре. Это, наверное, так основное, план дальнейший. А тонкости или то, что мы будем делать, оно уже есть, и оно бросается в глаза, то, что нам нужно исправить. И вот я хочу извиниться перед болельщиками за этот проигрыш. Обидно, но очень хочется радовать каждой игре, очень хочется. Но это баскетбол, и из двух команд кто-то должен выиграть. Сегодня к победе был ближе Киев, и они победили. Мы будем стараться.